Значит, смотри, расскажу тебе в двух словах, как правильно очищать память на своем телефоне. Вот, к примеру, смотрите, вы какое-то приложение хотите удалить. Как вы это делаете? Вы берете, просто выбираете любое приложение, которое вы хотите удалить, нажимаете вот так вот и удаляем. Но это неправильно, потому что оно остается потом в кеше. Правильно удалять приложение, нажать на него, удержать здесь о приложении. И здесь у нас будет память. Вы нажимаете «Очистить кеш», затем нажимаете «Очистить все» и очищаете полностью кеш. Он не хранится на телефоне. А дальше выбираете приложение, нажимаете «Удалять», и оно полностью удалится. Это правильно, как делать, и это действительно вам поможет освободить существенно память. Ну что же делать тем, у кого куча приложений, но мы не хотим их удалять? Первое, что нужно, это обратить на TikTok внимание. Нажимаем TikTok, зажимаем, не нажимаем. И здесь пункт будет очистить кеш. Вас перебрасывает сразу в меню TikTok, где вы уже можете вот очистить кеш. Смотрите, 172 мегабайта. Я нажимаю очищать, и у нас памяти становится больше. Следующий пункт, который нужно обратить внимание, вы посещаете сайт ежедневно, какие-то сайты там, любые там, рукоделие, фильмы, истории, учения и так дальше. Заходим в Google, в правом верхнем углу видим три точки, нажимаем настройки, в самый низ, и здесь у нас настройки сайтов. Опять в самый низ, и здесь вам откроется пункт объем памяти. Так вот, здесь будут те сайты, которые вы посещаете. Выделяете эти сайты и нажимаете удалить. Так вы удалите все сайты и освободите до 2 гигабайт 100%. Ну и последний способ, который вам понравится. Вот смотрите, я только что удалил приложение, оно должно полностью было удалиться, но нет, потому что я все приложения скачиваю с Play Market, как все мне говорят. Кстати, кто хочет не быть серой массой, просто залетайте вот сюда, сейчас вам покажу, залетайте сюда, и здесь у нас есть вот такой вот чудо-канал, на него обязательно присоединяйтесь, и здесь абсолютно все бесплатно. И это мой Telegram. Так вот, смотрите, залетаем в Play Market, нажимаем на свою аватарочку, здесь у нас управление приложениями и устройством. Здесь у нас управление, мы видим установленное, выбираем пункт неустановленный, и здесь можем видеть те приложения, которые мы удаляли, но почему-то их еще до сих пор держит в неустановленных и занимает место. Мы выделяем эти все приложения, у вас их может быть больше 100, и нажимаем наверху вот такую вот этот удаление. Все, приложение удалилось, у нас освободилась память. Ну и последний, кто очень много засоряет памяти, это Telegram. Три точки, нажимаем настройки, нажимаем вот здесь вот у нас данные и память, нажимаем использование памяти и очистить кеш. Очищаем кеш, перезагружаем телефон и наслаждаемся огромным количеством памяти. Не благодарите.